Ничейный мост. В одном из сел во Львовской области чиновники отказываются ремонтировать аварийную переправу, поскольку та якобы никому не принадлежит. Каждый переход реки грозит местным жителям окрестных сел провалом в прямом смысле слова. Подробности расскажет наш корреспондент Галина Якушко. В некоторых местах моста доски совсем прогнили. В некоторых их просто нет, а щели такие, что сквозь них видна река. Так выглядит переправа через реку Гологорка, которая соединяет два населенных пункта – Остров и Красный. Мост соорудили, чтобы сократить дорогу на 1,5 километра, ближе добираться и к родственникам, и на железнодорожную станцию, и в магазин. Брал муку, нас нема такого. Пенсионер Орест Макар говорит, переходя мост, рискует не только мешком муки. Я рад, конечно, что перегнило все. В любой момент можно провалиться. А вот эта женщина не готова рисковать. Свою корову на мост не пускает. Нет, через той мост не ходим, она же не может пройти. Мы по подмосту, мы с другой стороны живем. Тримается. А эти парни переходят реку только вброд. Нашу телегу затапливает водой, но все равно мы не используем мост. По нему конь не пройдет. Не, на коне не проеду. То я где проеду? А как там ямы какие? Коня можно перевезти одного, а фиру не проеду. Поселковый голова о проблемах жителей не знает. О том, что мост в аварийном состоянии, он слышит впервые, причем от нашей съемочной группы. Говорит, в поселке путепроводов несколько. Ремонтировать ничего не собирается. Что будет работать? Ничего, я не имею права ничего с ним делать. По кількох причинах. Ну, по-перше, він знаходиться в смузі від воду залізниці, і ми, ну, без їхнього погодження ми туди не маємо взагалі права, то їхня смуга, вони там господарюють. По-другому, це не є міст, можливо, просто не орієнтуєтеся. В прес-службі Львовської железної дороги нам заявили, що мост не состоїть у них на балансі. Так хто же должен відповідати за нього? Старожили розказують, що переправу соорудили давним-давно самі люди. Її ремонтували по очереди жителі різних домів. Тепер же активних людей, похоже, не хватает. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область.